Казахстан прибыл гуманитарный груз из КНР. Из-за сложности авиасообщения его отправили через столицу Катара – Доху. Китай, который сумел остановить эпидемию коронавируса у себя в стране, помогает тем государствам, где COVID-19 продолжает распространяться. Кстати, что это не первая и не последняя партия медикаментов, которые китайские власти направляют в нашу страну. Анастасия Валикжанина встречала важный груз. Вот на этом самолете был доставлен гуманитарный груз из Китая. Для борьбы с коронавирусом наши соседи отправили 65 коробок с защитными средствами и наборы для диагностики инфекции. Ранним утром в алматинском аэропорту, который из-за карантина тоже закрыли, сегодня было многолюдно. Представители Министерства иностранных дел, послы Китая, казахстанские врачи, военные, работники таможни и журналисты. Все встречали этот гуманитарный груз из Поднебесной. Но прибыл он не прямым рейсом, а из Дохи. Сейчас, когда в стране растет количество зараженных, нам жизненно необходимы медикаменты и тесты для определения коварного заболевания. Здесь диагностические тестеры для определения нуклеиновых кислот коронавируса. Еще там есть инфракрасные термометры, перчатки одноразовые, бахилы одноразовые, комбинезоны одноразовые, есть медицинские очки. Поскольку этот груз гуманитарный, его не станут облагать таможенными пошлинами и налогами. Оформление прошло очень быстро, как говорят здесь, в упрощенном порядке. На все процедуры ушло буквально 10-15 минут. Теперь все это получат казахстанские клиники и лаборатории для проведения анализов. Мы и дальше будем получать помощь не только из Китая, но и других стран, заявили наши дипломаты. По поручению главы государства постоянно ведутся переговоры с зарубежными партнерами. Министерство иностранных дел через свои представительства за рубежом продолжает активную работу по привлечению гуманитарной помощи для Казахстана. Буквально на прошлой неделе мы получили 50 тысяч масок от правительства СУАР, которые были распределены центральной инфекционной клинике. Заместитель генконсула Китая в Казахстане Мяо Хумбо пожелал жителям нашей страны поскорее справиться с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что наши страны всегда в тяжелые времена приходили на помощь друг другу. То это не первый груз, но и не последний груз. Потому что казахстанские правительства, казахстанский народ именно помогали и помогают китайскому народу и китайскому правительству в самые трудные моменты. Коронавирус беспощадный, но у человека есть любовь и чувства. Поэтому Китай и Казахстан – это добрые соседи и вечные партнеры. Мы всегда солидарны, мы всегда стоим вместе. Кстати, ранее в Казахстан уже прибыла гуманитарная помощь из Китая, Турции и Японии. Сейчас Министерство иностранных дел ведет переговоры с Сингапуром, Россией, Южной Кореей, чтобы обеспечить все больницы и врачей всем необходимым для защиты и борьбы с коронавирусом. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Айдар Абдешев, Алматы, Хабар 24.